Дика, Майк послал за тобой ребят. Рики, упокоителям нужен бухарь. Дик, нет. Эй, не стреляйте, это Дикон. Майк послал нас за тобой. Упокоители! Гоните, я с ними разберусь. Надо скорее в лагерь. С этими я разберусь. Нужно их остановить. Нет, не останавливайтесь! Гоните! Давай! Почти на месте! Упокоители прут прямо на нас! Они подожгли машину! Они хотят перекрыть дорогу! Объезжайте! Не останавливайтесь! Уже рядом! Вы гоните к восточным воротам, поняли? Главный мост! Я зайду с другой стороны, пойду пехом по мостику через болото. Увидите Бухаря, скажите ему, что упокоители пришли за ним, ясно? Я понял. Сакшон, удачи тебе. И вам тоже. Увидите Шиза, грохните, гада! Порез неглубокий, все заживет. Так, слушай, посмотри на меня. Я ищу Бухаря и Шиза. Ты знаешь таких? Ты знаешь, где они? Я не знаю. То есть, все это произошло так быстро. Они были повсюду. Упокоители, они захватили лагерь, они нас пытали. Они понял. Забрали меня и ищут Джен, и Эрика, и Блейка. Так, как тебя зовут? Господи. Николь, ты стрелять умеешь? Умница. Да. Хорошо. Видишь вон ту вышку? Влезай туда и сиди тихо, как мышь. Если придут упокоители, снеси им бошки, а я друзей твоих найду. Ладно? Иди.